выполнению задачи приступить. Готов. Огонь. Сегодня мы уничтожили две немецкие авиабомбы СД-50 со взрывателем АВ-1. Данные авиабомбы предназначались для уничтожения живой силы противника, техники, а также фортификационных сооружений. Сложность данной операции заключалась в том, что данные авиабомбы уничтожаются на месте. Мониторинг обстановки и обеспечение безопасности в районе уничтожения взрывоопасных предметов обеспечивался беспилотными авиационными системами в количестве 3 единиц.